Итак, следующая игра Need for Speed 2010. Бля, она пиздата, но сука, у меня просто нет тупо времени, чтобы в нее играть. Она охуенная, если это был бы 2005 год, я бы весь обкончался просто от этой игры, сука. Но сейчас вот есть разные по приоритету дела, и поэтому я в нее не поигрывал. Но сейчас я продолжу. Итак, мы выбираем тупо Pagani Zonda. Потому что, ну хули, самая первая тачка Pagani Zonda, блядь. Ну нету меньшей просто, выбираем ее. Так, идет, блядь, загрузка. Достаточно приятная картинка. Не парит. Плюс мы знаем, что это Need for Speed, это пиздата. Мне приходится постоянно подгоняться немножко еще шампанским, чтобы эффект не пропадал. Эффект не должен пропасть. Вот мы видим, да, гоночка, машинка едет, летит просто пиздата. Кто видел ролик, они выпустили специальный ролик, там Pagani Zonda по этим летает. Ебать, красота, сука, меня за... А как он... А чё? Чё-то я не понял, чё случилось? Что-то происходит. Надо, наверное, настроить. Что-то настроить. У меня есть подозрение, что это, знаете, из-за чего? Из-за того, что у меня включен этот самый руль, и он сейчас просто... Разгон АЗ! Ебать, вы что, долбоёбы, разгон АЗ? Тормоз... Ебать, разгон АЗ, тормоз. Все, да. Ну-ка, ща поедет. О, поехал, прикиньте, разгон. А, тормоз. Блять, а чё ж ты? Ёбаный в рот. Я ж тебя ща убью просто, нахуй. Чё за ебаная игра? Разгон. Бэкспейс, бля, тормоз. Ручной тормоз. О, ручной тормоз вверх. Все. Назначить. Нитро, shift. Сохранить, да. Во, все, пиздато настроили. Надо только еще вид назад настроить, потому что вид назад это очень важно. К сожалению, нет вида из кабины. Я бы так согласился, но вида из кабины нет, поэтому... Приходится вид назад, он важен, как бы. Блять, у меня теперь руль дрожит, прикиньте. Во, коми... Вот эта вот хуйня, мне кажется, это... Бля, я все знаю, нахуй. Ща я вырублю руль только. Все, я вырубил руль, а то он дрожал. Это, я не знаю, глюк, не глюк. Бля, ебать, какая высокодетализированная, сука, картинка. Тени. Асфальт, давайте заценим асфальт. Высокодетализированный асфальт. Травка. Травка больше напоминает консольщину. Но не так все плохо. Вот, бля, вниз смотрим. Текстура просто поражающего качества. Я уверен, что на консолях такого нет. У них там мало памяти. Видеопамяти, поэтому они не могут такую позволить себе картинку. Не, мне Pagani не очень нравится, честно говоря, если между нами. Как далеко вперед уходит трасса, только в Америке такое возможно, у нас такого нету. Вот, мне Pagani почему-то не очень нравится, хотя вроде бы такая пиздатая. Кстати, в нет в Unlimited Porsche, блять. Как это называют? ТДУ, короче, первое, не первое, а второй, какой там. Короче, который вышел в 2007 году, я еще не помню. Вот там Pagani пиздато сделано неплохо, там можно поиграть. Здесь это, вот мы видим, вот так вот бросает, и не очень это пиздато, на самом деле. Вот мы сбиваем столбик и летим. Не, мне это не нравится трасса, давайте загрузим другую трассу. Вот эта трасса пиздато, более пиздато. Машин, к сожалению, выбрать не могу. Там только пока что я так в начале игры, то одна только доступна. Выбираю первый, это Lancer.
Блять, я же забрызгал клаву шампанским, она завтра будет липкой. Машинку уже видим, разбилась, да, у нее задница разбитая. Дождик идет, все прекрасно, передок тоже разбит. Картинка высокодетализирована, очень приятно, дохуя деревьев. Раньше по этому поводу парились, и был единый сплошной массив. Сейчас, сейчас... Нет единого сплошного массива, как если посмотреть Колин Макрей ралли какой-нибудь 2003, это я в него играл, а во втором, наверное, вообще все хуёво было. То есть здесь каждое деревце, оно каждое, даже справа далеко. И вот мы хуярим, асфальт, он, видимо, мокрый, идет, идет брызги от шин. Они идут. Так, дайте я заправлю шампанским чуть. Вы отстаете до 3:39 секунды. Пиздец. Я отстаю. От кого я нахуй отстаю, блядь? Я лечу, блядь, 188 час, это хуйня. Шифты еще нету. А, вот, шифт на Ctrl. Я же, блядь, переназначал. Очень высокодетализированная картинка. Вот мы смотрим, да, давайте остановимся. Охуенный асфальт мы внизу видим, охуенная двойная сплошная. Она очень четко прорисована, а не так, как в разных предыдущих различных сериях. А вот это встречный трафик, мы в него въебаемся, это была Audi. Давайте посмотрим, что с ней произошло. Audi, тебе пришла пизда, в тебя врезалась нахуй на все скорости Lancer. Ладно, не будем с ней хуяриться, продолжим наш путь дальше. Мы начинаем разгоняться. Даем шифту. У меня сейчас на контроле установлено. Хуярим. Проходим в тоннель. Реверсивное движение. Осторожно, елочки, хуелочки, все пиздато. Картинка очень насыщенная, на консолях такого нету. Они жалобно сосут. Вот мы видим, это наш враг, не враг. Не, это не враг, враг. Вы отстаете на 22 секунды, пиздец. 22 секунды. Это охуеть. Вот мы видим горы вдалеке. Опять реверсивное движение. Горы вдалеке, и они пиздато прорисованы. Ни в одном инфосвиде подобного ничего не было. Они с большим разрешением текстуры. Все большое, все разрешение. Все очень четко, все очень красиво. Физика не очень, но это нас не ебет. Но мы уже поняли, что это пиздатая игра, что она все равно кайфовая, даже несмотря на свои погрешности, нету вида из кабины, но, блять, это было бы охуенно, еще бы и город был, и вид из кабины, это было бы охуенно. Ладно, давайте перейдем к следующей игре. Итак, следующая игра у нас... StarCraft 2. Что о ней можно сказать? Крайне качественная игра, крайне качественная игра. Мне приходится постоянно себя подпитывать, чтобы эффект не кончился. То есть вот сейчас у меня идет режим кампании. Надо заниматься какой-то хуйней. Тем не менее, графика очень приличная, приятная. Некоторые говорят, что ее уровень как бы остановился в 2007 году или каком-то там другом. То есть на данный, именно на данный момент они могли бы, ну, на момент выпуска они могли бы еще круче прикрутить. Тем не менее, что и говорить, среди игр стратегий немного игр с такой графикой. Вот. И вообще уровень именно качества, он очень крайне высок, это я отрицать не буду. Уровень качества крайне высок. К сожалению, игра оказалась крайне дорогой. То есть, чтобы Unlimited купить, надо покупать вообще какую-то нерусскую версию. Было, во всяком случае. За приличное бабло 2000, что ли, рублей, что-то такое. Но это несерьезно, как бы, на самом деле. То есть это очень дорого для нашего уровня. Вот мы продолжаем хуярить. Открывается зона тьмы.
Или как там это называется? Мне это напоминает Warcraft 3, благо один и тот же этот, как его издатель или кто там, разработчик. То есть даже и стратегии они смогли сделать достаточно, в общем-то, не такую уж и плохую именно компанию, да, одиночную херню. Когда вроде бы основное предназначение игры это мультиплеер, но даже из одиночной они сделали неплохую штукенцию, в которую, в принципе, можно поиграть и... Правда, я немного миссий прошел, парочку первых. На самом деле, это классика всех стратегий и всяких. Классика, но хорошая классика, а не плохая классика какая-то. Которую всякие китайские поделки пытаются делать, там... Повторять, делать так же, но у них нихера ничего не получается. А почему? А потому что надо с душой делать. Я думаю, там, конечно, чуваки, которые работают, они работают по-нормальному. То есть мы видим арт очень прекрасный. Загрузка идет нормальным прогресс-баром. Все это кто-то скажет мелочи, а на самом деле это очень приличный вклад в эти самые, как его, в то, чтобы люди выиграли. Вот видим, да, муха, охеренный стакан. Бля, ну ни в одной игре так не сделано. Вот они типа сидят, прискиньте это. Это стратегия, но при этом как бы чувак, типа, который самый главный, верховодец по повстанцами, он как бы сидит в кабаке между делом, пьет пиво, общается с кем-то. И тут вот такие ролики, это просто охуенно сделано на самом деле. Что и говорить, качество мощное, на высшем уровне. Да и озвучка неплохая. Вообще этот ролик я видел на самом деле. Не знаю почему. И вот мы можем выделить тут что-то. Ну охуенно, что и говорить. Достойная игра, но все-таки пока что не знаю. Я не смотрел за новостями. Может она сейчас дешевле стоит, подешевела, хуй знает. Ну в общем, нужно думать. За 1000 рублей такую можно игру купить с анлимом нормальным, а не этим на 3 месяца, блядь, и так далее. Вот охуенно сделали, да? Ну ладно, давайте перейдем к следующей игре.